Уважаемые коллеги, добрый день. Я надеюсь, что у нас сегодня все-таки будет больше. Наш сегодняшний вебинар был перенесен по времени, и, видимо, поэтому некоторые до нас пока не добрались. Но очень надеюсь, что в процессе нашего вебинара они все-таки до нас дойдут, потому что тема сегодня интересная, и спикер у нас сегодня тоже очень интересный. Ну что ж, коллеги, да, всем добрый день. Я надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Мы с вами, тем не менее, проведем сегодняшний вебинар. Пару слов о тех ссылках, которые я разместил. Первая ссылка ведет на наш видеоканал, на наш основной сайт, на главную страницу, где вы можете зарегистрироваться на все мероприятия вплоть до конца текущего учебного года, на все наши вебинары. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал в YouTube, где будет в том числе и этот вебинар, запись этого вебинара лежать. Третья ссылка ведет к нашим онлайн-курсам. Это для тех, кто хочет выбрать себе вариант онлайн-обучения. Ну и последнее ведет на страницу выдачи сертификатов. Как всегда, я хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые состоятся у нас завтра, послезавтра и в понедельник. Завтра, 30 числа, Павел Слесарев проведет вебинар «Решение Dream Study. Принципы целостности и бесшовности в онлайн-доставке». 3 числа в пятницу, прошу прощения, завтра в пятницу, да, а 3-го это уже в понедельник, Любовь Крашенинникова проведет вебинар «Навигатор по глобальным образовательным платформам для преподавателя и автора». Отмечаю, что этот вебинар двойной, он состоит из двух частей, и вторая часть состоится у нас в конце декабря. Ну и, наконец, 4 декабря Наталья Феофанова проведет вебинар, первый из трех вебинаров от Степика, образовательная платформа Степик, ее возможности для автора онлайн-курсов. Вот, ну что ж, на этом моя вводная часть закончена, и я передаю слово Алексею Григорьевичу Королькову для проведения сегодняшнего вебинара. Курслаб онлайн. Как создать курс для мобильного устройства без специальных знаний. Алексей, прошу. Добрый день. Алексей, очень тихий звук. Так стало лучше? Да. Да, все хорошо. Прекрасно, хорошо. Мы уже, наверное, почти 20 лет занимаемся различного рода инструментами, в том числе созданием системы дистанционного обучения, созданием средств для разработки электронных курсов. Одним из инструментов, которым мы много лет занимаемся и который используется многими организациями, компаниями в России для создания электронных учебных курсов, является редактор курса. Это полноценный профессиональный инструмент, который мы разрабатываем уже достаточно много лет. Основной профессиональный инструмент для создания сложных интерактивных. Алексей, я прошу прощения, если сделать еще громче, было бы лучше. Вот не слышит нас. Я попробую, конечно. Может быть, далеко тот самый на гарнитуре ближе, расположен. Ближе о, нет, о, хорошо. Вот так вот хорошо. Хорошо, я попробую сместить микрофон так, чтобы было лучше слышно. Хорошо. Ну, попробуем, да. Итак, остановились мы на том, что
мы уже много лет занимаемся инструментами разработки курсов, и в большей степени мы занимались инструментом для профессиональных разработчиков, для тех, кто специалистов учебных центров, корпоративных и левинговых специалистов, людей, которые в учебных заведениях профессионально разрабатывают электронные курсы, делают сложные интерактивные инструменты, симуляторы и так далее. Некоторое время назад мы столкнулись с тем, что с запросом многих, со стороны многих наших заказчиков, о том, что им на самом деле нужен немножко другой инструмент. Нужен инструмент, который, с одной стороны, позволял бы разрабатывать электронный учебный контент людям практически без подготовки или с нулевой подготовкой, да, который можно было бы изучить за 1-2 дня. Понятно, что профессиональный инструмент, который позволяет делать сложные адаптивные курсы с возможностью создания симуляций, с возможностью создания сложных ветвлений и так далее, ну, сложный инструмент требует достаточно длительного времени освоения. Кроме того, он требует времени освоения, он требует специального лицензирования, нужно устанавливать эти инструменты на каждый компьютер и так далее. И мы задумались, ну и кроме того, все чаще возникает задача разрабатывать электронные курсы, которые бы могли работать на различных устройствах. И там, не секрет, что да, большинство современных средств разработки курсов позволяет сделать курс так, чтобы его можно было открыть и на айфоне, и в интернет-эксплорере на там, рабочем компьютере. Но проблема стоит в том, что этот курс будет, даже если он будет открываться, его можно будет использовать, не факт, что этот курс будет автоматически достаточно хорошо адаптирован под мобильное устройство. Потому что надо понимать, что мобильное устройство, у него совершенно другой форм-фактор, люди, другой размер экрана, другое разрешение экрана, другой способ использования, ну, например, перелистывание слайдов, условно говоря, мышкой или путем перелистывания, листания пальцем по экрану и так далее. И зачастую многим приходится разрабатывать, в случае, если они реализуют некоторую мобильную стратегию обучения, неважно, для учебного заведения или для компании, приходится разрабатывать для сложных курсов иногда даже две версии, десктопную и мобильную. Понятно, что это сложно и дорого. И вот мы задумались над тем, как решить эту задачу, и попробовали для этого сделать новый инструмент, который с предыдущим нашим инструментом под названием CourseLab объединяет, ну, по сути, название. Есть некоторые внутренние технические решения общие, но на самом деле инструмент немножко другой. И вот об этом инструменте я хотел бы рассказать. Ну, собственно, у любого продвинутого авторского средства, как правило, много свойств. Как я уже говорил, на его освоение требуется достаточно большое количество времени. Есть две категории разработчиков. Профессиональные разработчики, которые, ну, зачастую, наверное, мало кто использует 100% всех возможностей любого инструмента, ну, там, может быть, выжимают из него 80 или 90% его возможностей. Да? Но для большого количества непрофессиональных разработчиков сложные профессиональные инструменты, ну, они, собственно, они слишком сложные. Как правило, очень часто приходится видеть, когда в руки разработчику курса попадает инструмент, с помощью которого можно делать невероятно сложные вещи, а на выходе получается последовательность слайдов, текст, картинка, контрольный вопрос. В лучшем случае видео. За это возникает вопрос, а нужно ли давать всю, нужна ли такому разработчику вся мощь этого инструмента, которая на самом деле для него существенно удлиняет кривое обучение, там приходится разбираться, слишком много разных, как кажется, ему ненужных кнопок, которые непонятно как работают и так далее. Соответственно, профессиональные авторские инструменты не всегда подходят непрофессиональным разработчикам. А непрофессиональные разработчики есть. И все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда в учебных центрах, в компаниях, где есть большое количество внутренних тренеров, да, и специалистов по e-learning, возникает задача существенно увеличить количество людей, которые создают учебный контент. И привлечь к этой задаче, ну, внутренних экспертов, тех, кто не может посвятить достаточное количество времени на
изучение каких-то профессиональных инструментов, нужно их и хотят разрабатывать курсы просто и быстро. Значит, какие требования к такому инструменту должны предъявляться? Ну, во-первых, его должно быть легко освоить. Без специального обучения 1-2 часа на практике, делая свой первый курс. Этот курс, этот контент должен работать на любых устройствах. Да? То есть он не должен быть, это не должен быть курс, работает предназначенный только для десктопного варианта. Это не должен быть вариант контента, предназначенный только для мобильного обучения. А это должно быть нормальное, полноценное, адаптивное решение. С моей точки зрения, это очень важно, потому что я вот вижу сейчас такую тенденцию, особенно это заметно в корпоративном e-learning, появляется огромное количество разных инструментов, в которых приходят люди и говорят, мы сделали офигительный инструмент для мобильного обучения. Кто-то приходит и говорит, мы сделали невероятный инструмент для традиционного портального решения. А дальше возникает вопрос. Но в большинстве случаев обучение должно быть, что называется, anywhere, на любых устройствах. И мало кто может себе позволить разрабатывать контент под все платформы параллельно. Да, это слишком дорого. Кроме того, работать с контентом нужно из любого места, и это минус традиционных авторских средств, которые требуют, как правило, лицензируются по рабочим местам, требуют инсталляции и так далее. Когда мы говорим про большое количество разработчиков, один сегодня он здесь, завтра он еще где-то, он в командировке, он может работать из дома, у него появилось 15 минут, чтобы поделать контент, но делать это из любого места, и это должно работать из браузера. Да? И это может использоваться любым количеством разработчиков. Соответственно, мы пришли к тому, что нужен новый подход к разработке курсов. Должна быть работа из веб-браузера. Это должен быть упрощенный интерфейс с ограниченным набором инструментов. Не нужно пытаться впихнуть в него бесконечное количество. Это должен быть инструмент блочный и мобильно адаптивный. Из этого вытекает определенное ограничение с точки зрения визивига, потому что визивиг это в смысле редактирования по принципу what you see, what you get, потому что привычное редактирование в стиле PowerPoint, когда мы аккуратно мышкой передвигаем блочок на 250 пикселей вправо, безусловно, позволяет сделать курсы открывающиеся на мобильных устройствах, но позволяет их сделать мобильно адаптивными, потому что размеры экранов мобильных устройств существенно отличаются друг от друга и тем более отличаются от разных десктопных устройств. И поэтому весь контент, который мы верстаем, все интерактивности, все картинки, тексты, видео и так далее, должны автоматически адаптироваться. Тут должен быть немножко другой подход к верстке, да? К верстке курсов. Все это должно делаться достаточно легко. В идеале для нас, как для провайдеров, еще и LMS-система, это может быть должно легко и просто интегрироваться в LMS, должно легко, или в нашу LMS, или в какие-то другие LMS поддерживать свои такие современные стандарты, такие как CMI-5, уметь отдавать данные в LRS и интегрироваться при необходимости в мобильные приложения для обучения. Раз уж мы говорим про то, что курс должен автоматически адаптироваться под мобильное устройство. Как это? Итак, как выглядит инструмент, который мы разработали? Мы его называли CourseLab Online. Он доступен сейчас в двух вариантах, либо в нашем онлайновом сервисе с названием MyLMS, либо доступен клиентам компании Microsoft, у которых есть наш LMS Tutor в качестве встроенного модуля. Этот инструмент представляет собой редактор электронных курсов, работающих исключительно из браузера, никаких специальных инсталляций, никаких лицензий, ключей и так далее. То есть если пользователь этим сервисом, то сколько у него есть возможностей для, сколько у него есть пользователей LMS-системы, столько пользователей может быть его авторского средства. Мы считаем, что это правильно, если мы создаем инструмент для непрофессиональных разработчиков, для экспертов, или для внутренних экспертов, если мы говорим про компании, да, для преподавателей, то их может быть бесконечно, практически бесконечное количество. В общем, сколько есть пользователей LMS, столько и должно быть пользователей средств разработки курсов. Соответственно, здесь мы видим интерфейс, доступный из браузера, из любого современного браузера, Chrome, Mozilla, Safari,
Internet Explorer, начиная ну, достаточно современных версий Internet Explorer, позволяет работать с редакторами. Соответственно, пользователю доступны учебные модули, то есть он может создавать абсолютно произвольное количество учебных модулей. В дальнейшем уже из этих учебных модулей можно комбинировать учебные программы, учебные курсы и так далее. Ну, про то, как это все интегрируется в LMS, я в дальнейшем поговорю. Ну, соответственно, мы видим учебные модули или их. Попробую взять какую-то рисовалку. Учебные модули и их характеристики. Ну, нажатие на кнопочку «Открыть в редакторе». Сейчас откроет, собственно, интерфейс редактора и позволит пользователю перейти к редактированию контента. Понятно, что весь контент, учебные материалы строятся ну, как из, понятно, текстов и каких-то настроек, так и из файлов. Это могут быть видео, это могут быть PDF, PowerPoint, все что угодно абсолютно, картинки. То с ними тоже нужно работать. Соответственно, система позволяет работать с ними как в онлайн из редактора, так и работать с неким репозиторием этих файлов. Что важно, поскольку это инструмент браузерный, он по определению многопользовательский. К одному проекту, к одному репозиторию контента или, соответственно, к одному учебному модулю могут быть подключены, в принципе, неограниченное количество авторов. Я еще поговорю там дальше про версионность, про учет изменений в модулях и курсах. Соответственно, работать с репозиториями контента могут разные люди, например, ну, из реальной практической жизни. Может быть создан, например, репозиторий, куда один пользователь сложит все необходимые материалы, варды, PDF, весь необходимый иллюстративный материал и так далее. Соответственно, тот, кто будет собирать, верстать этот электронный курс, просто получит его, будет подключен к репозитории. Репозитории могут быть подключаться с правами на чтение или на запись. Например, может быть мой собственный репозиторий, куда я кладу любые дополнительные файлы, и какой-то общий корпоративный или общий учебный репозиторий, где лежат материалы, которые я могу использовать, но не могу, например, их редактировать, удалять, переименовывать, перезагружать и так далее. А это позволяет работать с контентом ну, большому количеству пользователей одновременно. Ну, нажав на кнопочку «Редактор курса», мы попадаем в структуру учебного материала, который состоит из блоков. Они находятся слева, хотя они выглядят сейчас как слайды. Потому что на самом деле, возможно, в редакторе два варианта представления. Слайдовое, поэкранное, и представление в формате LongGrid. Представление в формате LongGrid мы сейчас заканчиваем тестировать, мы его актуализируем где-то в первом квартале, соответственно, тут появится еще одна кнопочка справа переключиться в LongGrid представление. Сейчас там пока пустое место. Но, тем не менее, то есть, соответственно, тем не менее, мы живем в логике блоков. То есть, учебный модуль состоит из последовательности блоков. Блоки могут быть разных типов. Это могут быть тексты, цитаты, видео и так далее. У каждого из блоков есть набор параметров. Соответственно, как только мы меняем какой-нибудь параметр, ну, например, меняем там масштаб картинки или меняем цвет, автоматически мы сразу же в режиме реального времени видим, как эта история применяется. Ну, например, в данном случае, пример экрана с заставкой. При желании мы, естественно, можем добавить блоки. Блоки будут добавляться. Вот мы видим перечень основных блоков, которые могут присутствовать в курсе. Это может быть текстовый блок. На самом деле текстовый блок – это достаточно сложная структура. Это может быть просто текст, картинка, просто картинка, несколько картинок, ну и так далее. Тексты с гиперссылками, тексты со ссылками на файлы и так далее. Галерея – это последовательность предъявления картинок видео, которое может быть как видео из YouTube, так и встроенное видео. Различные варианты блоков вкладок. Я покажу, как это может выглядеть. Различные картинки с интерактивными, с пояснениями, вопросы единственного множественного типа, варианты заставок, цитат, предупреждений, выводы результатов тестирования и так далее. Блоков может быть произвольное количество, на самом деле типы блоков будут расширяться. Мы планируем в следующем релизе добавить еще там 5 или 6 таких типовых интерактивностей. Самое главное, все эти блоки, все эти готовые
предзашитой интерактивности, они адаптивны. Причем они адаптивны как для представления десктопного и мобильного в слайдовом варианте. Я покажу, как это выглядит. И также они будут адаптивны и для представления в формате LongGrid. LongGrid — это когда блоки склеиваются друг с другом, переход от блока к блоку происходит не путем нажатия на кнопку «Далее», а путем просто пролистывания страницы снизу вверх, ну, с помощью каких-то разделителей. Я уже сказал, мы через пару месяцев мы выпускаем обновление редактора с поддержкой LongGrid. Ну, это, например, перед вот то, что вы видите, это настройка в редакторе контрольного вопроса типа множественный выбор, да, где мы видим контрольный вопрос, здесь там чуть-чуть выше настраивается его текст, ну, видим вариант ответа, указано, что 1998 это правильный ответ, в каком году был создан первый стандарт электронного обучения. Аналогичное редактирование видео, в данном случае это видео из файла, с возможностью прикрепить файл, может быть альтернатива, например, поддержка видео, видео из YouTube. Ну и так далее. Я сейчас не буду, я не стал снимать экраны, разбирать все типы блоков. В общем, более-менее логика понятна. Это можно еще будет попробовать. Пример работы с текстом. Да? Значит, как только автор создает, набрасывает в учебный модуль необходимый набор блоков, он может, ну не считая того, что он может немедленно в режиме редактирования увидеть, что происходит, да? Он видит, собственно, изменения, да, то есть если я тут меняю текст немедленно, в режиме реального времени моментально изменяется, я могу посмотреть, как это будет выглядеть в формате обучаемого. И здесь есть, собственно, две кнопки, обратите внимание. Часто присутствует, ну, в редакторах курсов просто кнопка «Превью», посмотреть, как будет выглядеть. Здесь же есть две кнопки. И можно быстро, динамически переключаться. Посмотреть, как будет выглядеть в десктопном варианте, посмотреть, как будет выглядеть в мобильном варианте. Секунду. Ну, это еще один вариант интерактивного блока, кликабельного и так далее. Так вот, нажав режим превью, как в данном случае мы видим, что это режим превью в десктопе, я получаю текущий экран учебного модуля. В данном случае это слайдовое представление. Как только я нажимаю на и переключаюсь в мобильный режим, я сразу же вижу, как этот контент будет выглядеть в мобильном устройстве. Причем мы видим, что контент автоматически адаптируется. Да? То есть, если, например, в десктопном варианте картинка располагалась слева-справа, ну, так как вы настроите, например, в мобильном варианте она автоматически уменьшается с возможностью развернуть ее на весь экран. Ну и, соответственно, автоматически адаптируются размеры шрифтов и так далее. То есть при этом, например, текст, который в десктопном представлении помещается на экран, будет просто обычным слайдовым представлением текста, в мобильной версии может превратиться в какой-то достаточно длинный LongGrid, который пролистывается сверху вниз. Да? Ну, другой вариант, например, интерактивного слайда, где у нас есть в данном случае интерактивность с двумя логотипами, нажатие на которые приводит к появлению в нижней части дополнительной информации, это как бы некоторый интерактивный слайд, то в мобильном представлении автоматически трансформируется в такой LongGrid с соответствующими информационными блоками. Ну и так далее. То есть механизм адаптивности у каждого интерактивного блока или объекта свой, тем не менее, можно быть уверенным, что тот контент, который вы делаете, будет мобильно дружественным, независимо от того, то есть не прилагая никаких специальных усилий. Что важно? Настройки. То, что вы видите, это те настройки, которые можно сделать в модуле. Мы давно, мы, как я уже сказал, поскольку мы много лет занимаемся разработкой сложного профессионального инструмента под названием FlapFlap, который использует сотни разработчиков курсов, мы понимаем, что возможность настроить все на свете – это и благо для профессионального разработчика, это благо, и это беда для непрофессиональных разработчиков. Я много раз сталкивался с этим, когда, например, мы
Встречаемся с нашим клиентом, нам клиент говорит, слушайте, у нас большая беда. Мы решили, например, нашим внутренним тренерам или преподавателям, которые не проходили никакой специальной подготовки, раздать такое сложное средство разработки курса. И они начали лепить контент, извините за грубое слово, что называется, кто в лес, то подрала. У кого-то ИРАЭЛ, у кого-то половина текста одним шрифтом, половина текста другим шрифтом. Кто-то считает, что нужно наиболее важный текст, шрифт, тексты в слова в текстах выделять синим, да еще и с подчеркиванием. Половина при этом после этого думает, что это ссылка, и пишут нам ошибки, что это не кликабельная ссылка и так далее. Очень сложно добиться единого стандарта. В этом смысле стандарта оформления. Во-первых, действительно при определенном отсутствии понимания, что такое юзабилити, получается достаточно кривой контент, и он получается не стандартизирован, он получается разным, и из-за этого зачастую приходится за непрофессиональными разработчиками, профессиональным верстальщиком потом контент переверстывать для того, чтобы привести к какому-то единой стандартизации. Поэтому, когда мы разрабатывали такой упрощенный инструмент разработки, ориентированный на всех, мы вынесли в настройки то, что можно поменять. И, кстати, важно, эти настройки можно задать по умолчанию и вообще отключить у некоторых пользователей. То есть, например, для того, чтобы, задав единый размер шрифта и их соотношение, единые цвета кнопок, стилей, заголовков и так далее, сделать так, что обычный пользователь может носить только контент. Он не может даже цвет кнопки поменять. И тогда она, условно говоря, у всех будет синяя или зеленая. Это важно при массовой большой разработке. Мы, например, сталкиваемся с ситуацией, в которой сталкивались на практике, когда, например, 30 разработчиков, внутренних экспертов, да, делают большую-большую учебную программу, состоящую из 300 или 400 таких вот микромодулей, и когда они с интересом обнаружили, что половина этих экспертов красили кнопки в зеленый цвет, красили, а другие в синий цвет, одни использовали одни шрифты, другие шрифты, и потом для того, чтобы это в едином стиле все засунуть в единую базу, скажем так, базу знаний, для которой это все делалось, пришлось потратить месяц верстальщика, который все это руками правил. Здесь, во-первых, количество настроек сильно урезанное. Например, шрифт задается единый там веб-фонд, например, робота для всего контента. И это, во-первых, позволяет автоматически сделать весь контент мобильно адаптивным. Когда есть единый набор стилей, то они достаточно легко адаптируются под мобильное устройство, увеличиваются, уменьшаются и так далее. Ну и, как я уже сказал, эти настройки можно сделать дефолтными, отобрать у неподготовленных пользователей возможность их вообще менять. Да? А потом, например, их можно изменить аккордно сразу, например, для всех 200 учебных модулей, которые были сделаны. По крайней мере, это позволит добиться унификации контента. Значит, соответственно, сделанный таким образом курс, вот он тут справа, может легко проигрываться не только в традиционной системе дистанционного обучения, неважно какая она, но и внутри мобильного приложения, в данном случае это пример нашего приложения в Tutor Mobile, подключенного к Tutor, но есть у нас уже опыт включения в другие мобильные приложения, которые поддерживают загрузку мобильного контента. То есть в данном случае курс, как вы видите, вполне загружается внутри мобильного приложения, может использоваться. Но не обязательно мобильного приложения, это и мобильная версия учебного портала и так далее. Это полноценный инструмент для создания мобильного контента. Теперь, какие еще моменты, на которые моменты я хотел обратить внимание? Для наших пользователей, для тех, кто использует в качестве LMS-системы WebTutor, контент сразу находится в LMS. Это не какой-то отдельно стоящий инструмент. Очень часто приходится говорить, вот мы раздали людям курс, дальше они его должны экспортировать в скорм-пакет, как-то переслать, мы должны импортировать, по дороге история теряется, где-то теряются исходники и так далее. А для тех, у кого, тех, кто использует нашу систему, контент сразу там. Автор просто в какой-то момент ставит галочку, что контент готов, и это цель.
Его не надо никуда переносить, а администратор системы дистанционного обучения даже дальше этот модуль может просто опубликовать на учебном портале для самостоятельного ознакомления, включить структуру электронного учебного курса, включить структуру модульной учебной программы, ну и так далее, да, подключить к очному тренингу, если это какая-то такая контентная история. В общем, это делается достаточно легко. Контент сразу в системе, он сразу индексируется, по нему можно искать, привязывать к нему теги, ключевые слова, ну и так далее. Поддержка, понятно, что поддержка стандартов, но здесь бы я обратил внимание не только на поддержку, что важно для мобильного обучения, не только на поддержку SCORM, но и на поддержку стандарта XAPI CMI5. Соответственно, сделанный контент может располагаться и проигрываться на сервере контента, который далеко от LMS. Это может быть просто контент внутри мобильного приложения. Это может быть сохранение данных в какую-то LRS Learning Record Store, которая отлична от LMS, с которой, например, эти данные потом забирает, может забрать ваша LMS-система. Позволяет сделать работу с контентом распределенной. Возможность встраивания в мобильные приложения. Евгений, я отвечу сейчас, я закончу и прокомментирую ваш вопрос. Спасибо. Значит, поддержка Longread формата. Я уже сказал, в конце первого квартала мы выпустим версию, которая, кроме слайдового представления, будет автоматически строить лонгриды для контента. Очень важная история про то, как мы подходим к лицензированию, поскольку там традиционный подход продавать авторские средства, что называется, поштучно. У вас есть 20 авторов. Надо купить 20 лицензий, 200 авторов, купить 200 лицензий. Для работы с внутренними экспертами, особенно, как мы говорим, про корпоративное обучение, да и на самом деле про учебные заведения, где количество преподавателей может измеряться сотнями, и на самом деле непонятно, кто из них, собственно, будет разрабатывать контент. Сегодня 10, завтра 20, послезавтра может быть 1000, но на самом деле уверенным быть нельзя. Покупать 1000 лицензий глупо. Это просто пустая трата денег. Да? А иногда бывает ситуация, в которой нужно быстро подключить 50 человек. Они немножко поработают и больше никогда к этой теме не вернутся. Поэтому мы пошли по пути отсутствия peer-user лицензирования. Соответственно, система устанавливается заказчику или используется в облачном варианте. Ну, сколько людей вы пустили в систему, столько будет, столько пользователей могут разрабатывать свои собственные курсы и модули. Коллективная работа над контентом возможна. То есть для одного, если по умолчанию я создаю модуль, кроме меня его никто не видит, но в принципе администратор может, например, или я на самом деле могу, если у меня есть соответствующие права, я как разработчик могу подключить своему контенту еще 2, 3, 10 людей, которые могут как его просто смотреть, так и корректировать. Внутри системы есть управление версиями, которое позволяет автоматически, включив версионность, хранить N версий курса модуля, к ним возвращаться и так далее. Встроенный так называемый review tool, когда назначив курс в режиме review, открыв курс для модуля для доступа в режиме review другим экспертам, можно обеспечить перекрестную экспертизу контента. Механизм согласования, как я уже сказал, есть. Контент уже автоматически находится в LMS, но это уже мы говорим про использование системы WebTutor. Автоматически находится в LMS, и нажав на галочку, что... Сейчас слышно? Павел? Отлично. Что контент готов, да, он уже сразу доступен внутри LMS. Но можно настроить более произвольно сложный маршрут согласования контента, когда нажатие на галочку, что контент готов, не приводит к его автоматическому попаданию, а, например, куда-то, а приводит, например, к отправке его на согласование эксперту. Эксперты могут определяться в том числе автоматически по ключевым словам. Ну, то есть, например, если я, создавая учебный модуль, писал, что там некоторый тег, да, ключевое слово, финансы. А у нас за финансами, например, закреплен эксперт. Можно строить процесс, когда контент согласуется, автоматически уезжает на согласование эксперту, закрепленными за блоком финансов. Вот. Ну и, соответственно, исходя из этой логики, из-за того, что это может быть не без...
произвольное количество авторов. Инструмент можно использовать не только, собственно, для создания электронных учебников, электронных учебных модулей, но и для создания справочников, условно, баз знаний, каких-то библиотек контента, что на самом деле такая задача зачастую стоит, как раз такая задача очень часто требует привлечения большого количества внутренних экспертов. Да? То есть по сравнению с задачей разработки сложных, интерактивных, мультимедийных курсов, которыми, как правило, занимается ограниченный круг профессиональных разработчиков. Так. Соответственно, ну, мы думаем, что разработка мобильного контента может быть простой, если мы будем использовать такого рода простые адаптивные инструменты. Надеюсь, что это и вам поможет. Может вам помочь в ваших задачах. Спасибо. Если есть вопросы, я на них отвечу. Так, пока, если вы, там, если есть вопросы, если вы их пишете, пишите, пожалуйста. Был вопрос от Евгения. Про скачивание презентации. Да, я не нажал галочку «Сделать презентацию доступной всем». В течение 5 минут после завершения этого вебинара я выложу PDF-ную версию этой презентации и сделаю ее общедоступной. Так что, пожалуйста, у вас будет возможность ее скачать. Я прямо сейчас параллельно буду это делать. Если есть еще вопросы, буду рад на них ответить. Настройка только стилей или можно использовать готовые блоки? Павел, можно блоки контента? Ну, смотрите, готовые блоки HTML-ного контента, если вы имеете в виду, что у вас есть уже какой-то... Ну, смотрите, логика тут примерно та же, что и в тильде. В тильде есть готовый блок. Ну, я не знаю, там, не знаю. Текст в 3 колонки. Вы его вставляете. Соответственно, забиваете контент в нужные, там, указываете количество колонок, 2, 3 или 4, забиваете контент в каждую из колонок и получаете автоматически сверстанный контент. Здесь та же самая история, добавляете блок, ну, у нас сейчас нет блока текста в колонках, хотя мы его как раз планируем добавить, а у нас есть блок, например, там, текст с картинкой. Включаете картинку, включаете текст, задаете параметры этого блока, соотношение между текст слева от картинки, текст справа от картинки. Ну, понятно, что это для десктопного представления. Да. Стили же. Стили же применяются в целом ко всем интерактивностям. То есть, например, если я меняю общий стиль с синего на там, общий цвет синего на красный, они меняются все для того, чтобы, ну, по крайней мере, базовые цвета, для того, чтобы добиться, ну, единого унифицированного внешнего вида. Так. Сделано на гугловой платформе. Нет, это не сделано на гугловой платформе. Это отдельный программный продукт, который, как я уже сказал, либо устанавливается сам по себе на сервер, либо мы его можно использовать в облачном режиме. Для работы в облаке у нас сейчас есть. Мы запускаем сервис под названием MyLMS, mylms.ru, которым можно арендовать свою площадку для организации обучения, и в том числе туда автоматически входит вот этот встроенный редактор курса. Если у вас стоит задача арендовать только инструмент разработки электронных курсов без LMS-системы, система у вас уже есть, но вы хотите работать в режиме облачной аренды, я сейчас оставлю свой адрес электронной почты, напишите мне, мы будем рады с вами обсудить такой вариант. Это мой адрес электронной почты. Ну, или сайт Upsoft.
Так, ну что ж, коллеги, я, если есть еще вопросы, на них отвечу. Я пока тут в параллель выкладываю презентацию. Презентацию, куда же ее выложить? Сейчас мы с Павлом разберемся. Куда нам выложить презентацию. А, все, показать ресурсы. Отлично. Сейчас я загружу вообще доступные ресурсы презентацию, и она будет вам доступна в течение ближайших минут. Да, она сейчас загружается, и в ближайшее время вы сможете. Да, вот она уже должна была появиться в ресурсах. PDF-ная версия моей презентации, пожалуйста. Пожалуйста, скачивайте, будут вопросы, пишите или звоните, будем рады на них ответить. Спасибо, коллеги. Спасибо, Павел, за приглашение и возможность выступить. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Алексея за замечательный вебинар. Да, хотел бы посетовать, что, к сожалению, у нас вот так получилось, что, видимо, с переносами срока или мы не успели разослать вовремя рассылку. Пришли только самые стойкие, которые вовремя узнали и вовремя переориентировались на новое время вебинара. Да, я ожидал здесь как минимум в 3 раза больше народа. Тем не менее, Алексей, как всегда, провел замечательный вебинар, рассказал о своих новшествах. Система, о которой он рассказывал, к сожалению, не очень хорошо известна в вузах. Отсюда вот ваши вопросы. Между тем, надо отметить, что в корпоративной среде это, ну, если не номер один, то суперизвестная система. Вот, я постоянно стараюсь приглашать Алексея, вот уже 2-й год, именно для того, чтобы расширить представление вузовцев о тех информационных системах, о тех системах для управления обучением, которые существуют, кроме тех, к которым привыкли к вузу. Да? Поэтому, если от вас будут какие-то вопросы на по прямому адресу Алексея, или вот я привел ссылку на сайт веб-софта. Пожалуйста, задавайте, пробуйте внедрить, пробуйте брать демонстрационные версии и так далее. Система совершенно замечательная, и я очень рад был пригласить Алексея к нам. Ну что ж, в любом случае запись нашего вебинара будет доступна. Всех вас я благодарю за то, что вы приняли участие в вебинаре. А Алексея еще раз благодарю за проведение сегодняшнего вебинара. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч в Директ Академии.